Глава муниципалитета Валерий Венцель продолжает знакомство с коллективами Ленинского района. На этот раз он посетил Видновский троллейбусный парк. Основанное в 2000 году предприятие ежегодно растет и модернизируется. Этот экологичный вид транспорта стал одним из наиболее удобных для горожан. Парк выполняет перевозки по 4 маршрутам. Ежедневно на линию выходят 22 троллейбуса. На встрече с коллективом глава рассказал, что хорошо знаком с историей и днем сегодняшним Видного. Также Валерий Николаевич напомнил о предстоящем праздновании Дня города. Мы должны достойно встретить этот замечательный праздник. Вот, мы должны приветливыми быть к нашим гостям, мы должны создать атмосферу праздника, действительно, когда мы искренне любим свой родной край, свой родной город. Глава муниципалитета упомянул и о непростых временах, когда в 2012 году часть Ленинского района отошла к Москве и последовавшие после этого уменьшение поступлений налогов в местный бюджет. Валерий Николаевич убежден, что мы готовы к переменам и все вместе сможем поднять уровень жизни района на новую высоту. И то, как дальше мы будем развиваться, зависит только от нас самих. Сохранив и нарастив темпы экономического стабильного, я хотел бы сказать, состояния, мы уверенно смотрим вперед, понимаем, что перед нами стоят амбициозные задачи обратно вернуть былую славу городу Видное. На встрече сотрудники троллейбусного парка смогли затронуть волнующие их темы. Работников интересовали как личные вопросы о благоустройстве и капитальном ремонте своих домов, так и проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью. Расширение дорог и открытие пешеходного моста через железную дорогу. На некоторые вопросы ответили заместители главы администрации, курирующие данные темы. В течение 2 месяцев до окончания этого года данные работы будут произведены. Соответственно, вопрос. Депутаты одобрили, поддержали. Соответственно, в этом году задача максимум этот вопрос закрыть. По мнению руководителя коллектива Ольги Киндиной, встреча прошла тепло. Сотрудники компании поблагодарили главу за визит и продолжили работу с новым настроем.